Shalom. Самый высокий Бог и Христос благословит вас. Сегодня у нас новая тема. Новолуние. Новолуние. Это наш Бог праздник. Новолуние. Это тоже новая месяща. Или полная луна. Это одинаково. Новая луния или полная луна – это то же самое новое месяце. А сейчас я буду сказать это. Ложные иудейские люди сегодня в Израиле. Да, они ложные люди. Мы буквально израильские люди. Мы оригинальные израильские люди. Черные люди, мулаты, латино, как сказать, латиноамериканские люди или коренные американские люди. Мы, еще раз, мы оригинальные или буквальные израильские люди. Мы люди, которые сегодня в Израиле. Я это уже сделал раньше. Это урок уже сделал раньше. Есть эти видео на YouTube. Искайте это и смотрите. Эти ложные еврейские люди в Израиле сказали, что новая луна – это когда луна уже темная. Когда луна уже темная. А сейчас мы будем читать от Библии, если у тебя ухи. Слушайте. Сейчас мы будем узнавать, если это что наш Бог сказал. Сейчас. Открывайте. Книга Бытие, глава 1, стих 14. И сказал Бог, да будут светила, да будут светила. На твердой небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов. Еще раз. Да буду светило на твердой небесной, для отделения, для отделения дня от ночи. И они будут эти все свети будут для знамений, будут для знамений и времен, и дней, и годов. Сегодня мы будем сделать о луне. Это для чего? Новый месяц – это для чего? Это Бог праздник. Что это значит? Что это значит? Дальше, стих 15. И да будут они светильниками на твердой небесной, чтобы светить на землю, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило больше для управления днем и светило меньше для управления ночью. Это луна. Стих 17. И поставил их Бог на твердой небесной, чтобы светить на земле и управлять днем и ночью и отделять свет от темной. И увидел Бог, что это хорошо. Он сказал, что он создал луну и солнце. Что они будут, что? Эти все, эти две, как сказать, свети будут для чего? Они будут для знамений. Значит, что луна должна быть для знамений.
Для знамений. Для знамений. Спросите себе. Он сказал, да будут светило. Светило. Не сказал темный. Сказал, что светило. Потому что, как я сказал раньше, ложные иудейские люди сказали, когда луна темный, это когда новый месяц начинается. Нет. Нет. Бог не сказал, никогда здесь сказал, он, что он создал две темные свет. Или, я не знаю, как сказать. Он никогда, что он создал темные луны для нас. Что это будет знамение. Нет. Сказал, что свет. А да, солнце это великий, это великий свет. А луна это меньше. Знаешь что? Луна должна быть полная со свет. Со свет. Что мы можем увидеть это и сказать, о, сегодня начинается новый месяц. Это первый день для нового месяца. Не темные. Не темные. Бог сказал, со свет. 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 Дальше. А сейчас мы открываем. Книга Сирах в апокрифе. Глава 43, стих 6 до 10. Книга Сирах. Глава 43, стих 6. Он сотворил луну также, чтобы служить в ее сезоне для объявления времен. И знамение мира, знамение мира, знамение мира. С луни знак праздника. От луни мы узнаем все его праздники. Если он сказал, например, в книге Левит 23, он сказал, на 15-го дня будет начинать это праздник. Мы будем смотреть 15-го дня в месяц. Это когда? Это от когда мы увидим луну. Полная луна. Со свет. Мы будем сказать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-го дня. Ага. Нас значит, что от сегодня начинает этот праздник. От луны со свет. Еще раз. Он сотворил луну также, чтобы служить в ее сезоне для объявления времени и знамения мира. С луны знак праздника. Свет. Свет, который свет, 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 не темный, свет. Ложный иудейский сказал темный, Бог сказал свет. Свет, который уменьшается в ее совершенстве. Когда он, как сказать, когда он совершен, когда у него свет, это когда у нас первый день за месяц, а потом будет меньше. Это что мы читаем здесь? Который уменьшается в ее совершенстве. Месяц, месяц назван в честь ее имени. Поэтому у нас это праздник новомесяча. Новомесяча. Месяц назван в честь ее имени. Чудесно увеличиваясь в ее превращении, являясь инструментом верховной армии, сияющих на небосводе, красота небес, слава звезд, украшения, дающие свет в самых высоких местах Господа. По
повелению святого они будут стоять в своем порядке и никогда не упадут в обморок. А сейчас мы открываем в апокрифе. Книга Барук, глава 6, стих 60. Потому что солнце, луна и звезды, будущие яркими, когда они очень светы, когда у них есть света, и посланными для выполнения своих обязанностей послушны. Еще раз, потому что солнце, луна и звезды, будущие яркими, и посланными для выполнения своих обязанностей послушны. Это что Библия сказала. Когда луна есть свет, в его свет, это вот тогда мы узнаем, у нас сегодня новое месяц. У нас уже новый месяц. Не когда луна темная. Это ложный. Неправильно. Это не что Бог сказал. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.